На скакалке покажи. Давай сюда. Смотрите и учитесь. Я бы вам показал, если бы скакалка не порвалась. Ты порвал скакалку? Да ладно, бывает. Держи. Чего? Ну кто так танцует? Можно подумать, ты хорошо танцуешь. Конечно, я же крутой. Я и танцую круто. Врубай музон. Только в дурдоме выступать. Да ладно, просто у вас музыка неподходящая. Иди, иди отсюда, крутой. Лучше не мешай нам. Все равно я вас круче. Пока. Играть умеешь? Я все умею, я же крутой. Показать? Ну давай, покажи. Ну все, хватит! Ну чего вы? Ну все, хватит дуреть! Иди отсюда! Да просто пианино у вас расстроенное. Все равно у меня веселее получилось.
так мяч пинает? А как его надо пинать? Давай, покажи. Смотрите и учитесь. Какой-то мяч у вас кривой. Палочки. А как их еще есть? Едим, как хотим. Давай покажу, как надо есть кукурузные палочки по-крутому, с понтом. Как это с понтом? Смотрите и учитесь. Ой, пожалуйста. Ой, не получилось. Извините, сейчас. Эй, хватит, ты чего делаешь? Да просто палочки кривые попались, а то бы я вам показал. А может, ты нам новый пакет палочек купишь? В следующий раз, может, получится. Вот именно. Да вы неправильно бросаете. Смотрите, как надо. Кто это кинул? По-моему, у Димки очень круто получается удирать. Это точно. Работаем. Нет, не естественно. Меня ударило. Ну все, хватит дуреть. Иди отсюда. Только ты так по стойке смирно. Ну все. Не знаю, капец. Я только серьезно стала. Ну все, хватит дуреть. Надоел уже. Ой, блин. Да кто так ест кукурузные палочки? Что за балдец? Ну кто так ест кукурузные палочки? А как еще их едят? Едим как хотим. Да вы неправильно бросаете. Смотрите, как надо. Или нож в глазах?